Братья, сестры, слава Богу. Брюда, швестан, прайсай Гот. Сегодня праздник, как уже брат Виктор сказал. Wie Bruder Viktor schon sagte, haben wir heute ein Fest. Да, и у нас каждое воскресенье праздник. Und wir haben jeden Sonntag ein Fest. И даже в субботу. Sogar Samstag. Когда свадьба. Wenn Hochzeiten stattfinden. А воскресенье, потому что мы все приходим в Дом Божий. Und am Sonntag, weil wir alle das Haus Gottes besuchen. Мы так, ну, очень красиво одеты. Wir sind alle so schön gekleidet. Мы радуемся, что у нас есть такой дом молитвы. Wir freuen uns, dass wir so ein Gebetshaus haben. Что мы можем петь, молиться и Слово Божие слушать, которое нам очень важно. Dass, weil wir singen, hören können, das Wort Gottes hören können, was uns sehr wichtig ist. Слава Богу за этот праздник, братья и сестры. Preis sei Gott für dieses Fest, Geschwister. Так не всегда было и так не всегда будет. So war es nicht immer und so wird es auch nicht immer bleiben. И так не у всех бывает. Und so ist es auch nicht in jedermanns Leben. По разным причинам. Aus verschiedenen Gründen. Но Бог нам помог до этого места. Aber Gott half uns bis zu diesem Ort. Я хотел бы с вами, братья и сестры, поделиться Словом Божиим. Und ich möchte, Geschwister, das Wort Gottes mit euch teilen. Это второе послание к Коринфянам, 7 глава и 10 стих. Das ist der zweite Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 10. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Друзья мои, очень такие серьезные слова сказал однажды апостол Павел. Meine Freunde, so ernsthafte Worte sagte einst Apostel Paulus. Говоря о печали ради Бога и о печали мирской. Er sprach über die Betrübnis, die gottgewollte Betrübnis und auch die weltliche Betrübnis. Вообще многие люди в этом мире живущие, они часто о чем-то печалятся. Weil die Menschen, die diese Erde befüllen, sie betrüben sich oftmals. Это такое чувство, оно грусти и скорби и такая вот, ну, душевная горесть, такое состояние человека. Es ist ein Zustand, den der Mensch hat, der niedergeschlagen wirkt. И кто-то это выражает в своих словах. А кто-то в себе это, значит, носит. Jemand drückt das in Worten aus, ein anderer trägt es in sich verborgen mit. И проходит много времени, человек, он страдает, он мучается, он думает об этом, он кому-то даже, может быть, жалуется об этом. Und es vergeht eine Zeit, der Mensch quält sich, denkt darüber nach, vielleicht teilt auch seinen Zustand mit anderen. Это, может быть, какие-то не сбывшиеся надежды, неисполненные, может быть, мечты человека какие-то. Das können sein so nicht erfüllte Hoffnungen oder Erwartungen. И оно часто связано с обидами, с огорчениями, ну, значит, да, и такое вот, ну, нехорошее чувство печали. Und häufig ist es verbunden mit Beleidigungen, mit Betrübnissen, die in seinem Leben sich widerspiegeln. И вот Библия говорит нам о том, что мирская печаль, она производит смерть. Und die Bibel sagt uns, dass die weltliche Betrübnis, sie bewirkt den Tod. Человек мучается, страдает, томится о своей душе, о своем сердце очень многие годы, время. Der Mensch ist in sich drinne betrübt, verzagt und quält sich eine lange Zeit. А вот печаль ради Бога, она производит, ну, покаяние и потом жизнь. Die gottgewollte Betrübnis aber führt zur Buße und folglich auch zum Leben. И оно часто связано, значит, печаль мирская связана, значит, с раздражением, с огорчением и с обидами, как я уже сказал об этом. Die weltliche Betrübnis, wie ich schon sagte, ist verbunden mit Beleidigung, mit Zorn. И Библия нам приводит такие примеры, которых, на которых мы можем просто учиться. Und die Bibel stellt uns Beispiele dar, an denen wir lernen können. Мы смотрим, значит, на библейский такой персонаж, но это Каин, сын Адама и Евы. Wir schauen auf diese biblische Personage, Kain, das war der Sohn Evas, который был огорчен тем, что Бог не принял его дар, который он принес ему.
der darüber zornig wurde, dass Gott die Gabe, die er da brachte, nicht annahm. Он был сильно огорчен, и его лицо поникло. Und er war stark betrübt und sein Angesicht senkte sich. Бог, обращаясь к нему, говорит, что грех у порога лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Und Gott sagte zu ihm, die Sünde liegt vor deiner Tür, er lockt dich zu sich, aber herrsche du über sie. И это его такая, но печаль, огорчение, оно понесло смерть его брата Авеля. Und diese Betrübnis, die in ihm war, dieser Zorn, hat folglich den Tod seines Bruders Abel bewirkt. И потом, ну, последующие печальные события. Und dann folgte noch weitere traurige Ereignisse. Первый царь Саул в Израиле, он тоже был очень сильно огорчен. Der erste König Israels, das war Saul. Ему неприятно было то, что, значит, девицы, которые воспевали победы, они давали ему меньше число пораженных врагов, чем Давиду. Er war betrübt darüber, dass die Jungfrauen dem David mehr Siege zusprachen als dem König Saul. Он тоже был, значит, но печальный, он был огорчен, ему неприятно было это слово, которое они пели. Er war betrübt in sich und ihm war es unangenehm, die Worte zu hören, die diese Jungfrauen sangen. Это тоже имело такие, но печальные последствия. Und dieses hatte auch, ja, traurige Folgen. Мы читаем про пророка Иону. Такой хороший, но Божий пророк, которого Бог послал в Ассирию. Wir lesen auch von dem guten Propheten Jona, den Gott nach Assyrien sandte. И он тоже был очень сильно огорчен, он сильно печалился, и он даже был раздражен, что Бог помиловал этот город. Und er war auch stark betrübt und zornig darüber, dass Gott diese Stadt begnadigt hat. И это было потому, что, но Иона, но хотел, чтобы оно было иначе, чтобы Бог наказал этот город. Und das passierte darum, weil Jona eigentlich wollte, dass Gott diese Stadt zerstört. То другими словами, Бог сделал не так, как я этого хочу, но как это Бог, ну, усмотрел, и мне это, ну, не понравилось. Mit anderen Worten gesagt, hat Gott nicht so gehandelt, wie ich möchte, sondern Gott tat so, wie er es wollte. Друзья, и Библия также говорит еще об одном царе самарийском, которого звали Ахав, который хотел приобрести виноградник чужой. Und die Bibel spricht uns auch noch ein Beispiel über einen König Israels, Ahab hieß er, er wollte einen Garten erwerben. Да, это был, значит, был виноградник на Вуфея, кто читает Писание, который передавался с поколения в поколение, и иудеи этим очень дорожили. Es war ein Garten eines Menschen, der von Generation zu Generation dieser Familie angeerbt wurde. Но царь хотел это приобрести для себя. Und dieser König wollte genau diesen Garten sich aneignen. И когда у него это не получилось, он был встревожен и огорчен, лег на постель и даже не ел хлеба. Und als es bei ihm aber nicht klappte, war er betrübt, hat sich aufs Bett gelegt und hat nicht gegessen. И здесь подошла его жена, она сказала: ты спокойно, значит, ешь, я это все устрою, все вопросы я решу с этим. Und dann kam seine Frau zu ihm, erkundigte sich, was los ist, und dann sagte sie: liege du ganz beruhigt, esse, ich kläre das. Да, и она решила этот вопрос, и были тоже печальные последствия. Und sie klärte diese Frage, es waren aber ja, traurige Folgen daraus. И Библия говорит нам, да, что печаль мирская, она приносит, ну, смерть. Und die Bibel sagt uns, dass die Betrübnis, die weltliche Betrübnis, sie führt zum Tod. Библия говорит нам, друзья мои, о двух учениках, которые шли Эммаус. Und die Bibel sagt uns auch über zwei Jünger, die nach Эммаус gingen. И они были тоже печальны, что Христос подошел к ним. Они его не узнали, Иисуса Христа. Und sie haben Jesus nicht erkannt. Sie waren in einem betrübten Zustand. И он у них спрашивает: а чего вы так печальны? Und er fragt sie: warum seid ihr denn so betrübt? И они начали ему рассказывать, что Иисус был, ну, они же его не узнали, что Иисус был с ними. Он ходил с ними, он исцелял, он, значит,
был распят, и теперь мы не знаем, где он и что с ним. Und sie erzählten ihr Betrübnis und sagten, Jesus war unter uns, er wurde aber jetzt gekreuzigt. И он начал им объяснять Писание и упрекал их за их неверие. Und er hat dann angefangen, ihnen die Schriften auszulegen und hat sie dafür gerügt, dass sie im Unglauben waren. Он упрекал их за то, что они не веровали тому, о чем предсказывали пророки. Er sprach sie darauf an, warum sie nicht glauben, was die Propheten sagten. Это тоже, значит, была печаль у них на сердце. Und sie hatten auch in ihrem Herzen diese Betrübnis. И мы находим, что, ну, обычно какой-то грех, какое-то препятствие, оно порождает эту печаль. Und wir sehen, dass irgendeine Sünde in den Menschen diese Traurigkeit auslöst. Вот эти вот все печали, которые мы находим, их очень много, их намного больше в Писании. Und diese Betrübnisse, wir sehen ganz viele in der Heiligen Schrift. Намного больше, значит, тоже в жизни, которая, в которой мы живем на этой земле. Und noch viel mehr in unserem Leben, das wir hier finden. Есть такие, ну, такие хорошие, такие печали, добрые, которые бывают у людей. Aber wisst ihr, Geschwister, es gibt auch viele gute Betrübnisse, die unser Leben treffen. Значит, одна, значит, женщина, это жена Елкана, ее звали Анна, она печалилась от того, что у них не было детей. Eine Frau, die Frau Elkana, sie hieß Anna, sie war traurig darüber, dass sie keine Kinder gebären konnte. Она пошла в храм, она начала молиться, начала плакать. Sie ging in den Tempel, sie hat angefangen zu weinen und hat in ihrem Herzen diese Betrübnis durchgelebt. Молилась Богу, изливая свое сердце, свою нужду, говоря ему свою печаль. Sie betete zu Gott und hat ihre Not Gott dargegeben, warum sie so betrübt ist. Конечно, священник там был, он не понял, он думал, что она, значит, ну, по другой причине плачет, так скажем. Dort gab es dann einen Priester, er hat sie nicht verstanden und dachte, sie weint aus einem anderen Grund. И она еще молилась, говоря, значит, ну не говоря слова, а так только губами шевелила. Und sie hat so gebetet, dass sie nicht klare Worte sprach, sondern nur mit ihren Lippen erkenntlich war. Когда он понял, какая у нее печаль, какая у нее скорбь на сердце, он ей сказал такие, ну, хорошие слова. Als er aber verstanden hat, was sie für eine Betrübnis in ihrem Herzen hat, sprach er ihr so wunderbare Worte. Чтобы она шла домой и не было печально, что Господь исполнит ее прошение. Dass sie nach Hause gehen soll und nicht mehr betrübt sein soll, weil der Herr ihr Flehen erhört hat. И так оно и произошло, друзья мои. Und meine Freunde, genau so ist es auch geworden. Читаем мы еще за одного человека, Неемия, который был виночерпием у царя. Wir lesen noch von einem Menschen, Неемия, er war ein Mundschenk beim König. И он узнал о том, услышал, что народ, значит, иудеи, его, значит, его братья, его сестры, они находятся, ну, в разорении, в уничижении. Und er hat gehört, dass sein Volk, die Juden, seine Brüder und Schwestern in Unterdrückung leben. Что стены разрушены, что ворота, значит, ну, повреждены. В этом городе Иерусалиме. Dass in dieser Stadt Jerusalem die Mauern in Trümmern liegen, dass die Tore zerstört sind. И он молился Богу об этой нужде, он постился, и царь, которому он служил, он заметил это. Und er betete zu Gott und fastete, und der König hat es gemerkt, dass er betrübt ist. И он начал у него спрашивать, почему ты печальна? Это значит, ну, ты не болеешь, значит, это такая другая какая-то печаль у тебя на сердце. Und der König sprach ihn an und sagte, warum bist du so betrübt? Das ist ja keine Krankheit, was du hast. И когда он ему рассказал о городе, о стенах, о воротах, о своем желании, чтобы это все восстановить, то Бог просто, ну, благословил и расположил сердце этого царя, и они отпустили его. Und als er dann sein Herz ausschüttete und sagte, wegen den Mauern, wegen den Toren, und auch seinem Wunsch,
was er hatte. Чтобы он сделал это для своего народа, значит, для своего города, в котором он жил. Und er bat ihn dieses für sein Volk zu tun in der Stadt, wo sein Volk lebte. Я думаю, такая вот, ну такая хорошая, такая, но добрая, правильная печаль была у него на сердце. Ich denke, er hat so einen guten, richtige, eine gute, richtige Betrübnis in seinem Herzen gehabt. Я думаю, ну не пророк, значит, он, значит, не царь, там, не священник, но просто служил царю. Und ich dachte, er ist ja kein so großer Mensch, sondern ein einfacher Mundschenk beim König, hat aber so einen Wunsch gehabt. Друзья мои, такая хорошая, добрая печаль. Es ist so ein gute, angenehme Betrübnis. Друзья мои, мы читаем о грешнице, которая пришла к Иисусу и плакала перед ним о своих грехах. Freunde, wir lesen auch von einer Sünderin, die vor Jesus weinte und ihre Sünden darbrach. Она знала, кому она идет, который может ее простить. Sie wusste, zu wem sie gehen kann und wer ihr vergeben kann. Я вот думал, за нее она, ну, могла, вот там она была в доме фарисея, да, вот. Und ich denke, sie war im Haus des Pharisäers. И она могла бы тоже как-то себя оправдывать, обвинять этого фарисея, вот, вообще всех фарисеев. Sie hätte sich auch rechtfertigen können und all die Pharisäer verurteilen können. Что они говорят одно, а делают другое совсем. Sie sagen eins, machen aber was ganz anderes. Но у нее не было слов просто, она плакала пред Иисусом, она мывала слезами его ноги. Aber Freunde, sie hatte einfach keine Worte gefunden, sie hat nur vor Jesus geweint und ihre Sünden dargebracht. И Христос простил ей ее грехи. Und Jesus oder Christus vergab ihr ihre Sünden. Psalm 31. Psalm 32. Я хочу прочитать, братья и сестры, с первого стиха. Ich möchte ab Vers 1 lesen. Блажен кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde bedeckt ist. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Когда я молчал, обвисали кости мои от вседневного стенания моего. Als ich es verschwieg, da fielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sünden Schuld. Друзья мои, вот так вот человек бывает, но чем-то огорчил Господа. Und Freunde, manchmal ist es so, dass der Mensch Gott mit etwas betrübt hat. И он молчит это в себе, он это переживает, он стенает. Und er verschweigt das und in sich, ja, quält er sich. Давид это, но это чувство он описывает, значит, в своей душе, в своем сердце. Und David beschreibt genau diesen Zustand in seinem Herzen. Человек находится под таким, ну, под осуждением. Der Mensch ist in einer Verurteilungssituation. Зная даже свою вину и, может, даже ожидает, но невольно, что, может быть, Бог как-то его сейчас будет судить. Er kennt seine Übertretung und denkt vielleicht sogar nach, Gott kann anfangen, ihn zu richten. Что Бог как-то накажет его. Dass Gott ihn bestrafen wird. И я помню, значит, я вспоминаю вот, ну, прямо сейчас мою бабушку, которая говорила мне о Боге, она меня часто обличала. Ich erinnere mich an meine Oma, die mir über Gott erzählte, die mich ganz oft ermahnt hat. Конечно, она была такая ревностная, она обо мне переживала, чтобы я пришел к Богу, а я не хотел этого делать. Sie war so eine eifrige Christin, sie wollte, dass ich zu Gott komme, ich wollte es aber nicht. Да, и она мне говорила, Бог, значит, он тебя накажет, он тебя осудит. Я когда, значит, в комнате был у нее, там, в зале, там такие картины были. Und sie sagte mir, Gott wird dich bestrafen, er wird dich verurteilen, und ich war bei ihr
ihr zu Hause, sie hatte dort solche Bilder an der Wand. Значит, ад, значит, огонь, люди там, значит, в огне горят и так дальше. Bilder von der Hölle, wie die Menschen dort sich quälen. Вы знаете, я, ну, просто боялся Бога, как Бога как судью. Und ich hatte einfach Angst vor Gott, weil er ein Gott des Verurteilens ist. Я даже во сне, я помню, когда я спать ложился, я боялся, что-то со мной произойдет. Und ich erinnere mich, als ich dann schlafen ging, hatte ich Angst gehabt, dass etwas mit mir passieren wird. Я даже во сне, значит, помню, что я от Бога убегал, чтобы он меня не наказал. Ich вот. Kann mich sogar an einen Traum erinnern, wo ich von Gott wegrannte, weil ich Angst hatte. И мы жили на третьем этаже, это, ну, по-немецки второй этот этаж, да? Und вот. Wir lebten damals im zweiten Obergeschoss. И я во сне, я прыгал, значит, с этого этажа туда на улицу, но убегая от Бога, от судьи, чтобы он меня не наказал. Und in meinem Traum bin ich sogar vom zweiten Obergeschoss aus dem Balkon gesprungen, nur um von Gott wegzurennen, dass er mich nicht verurteilt. Но почему-то у нее не хватало мудрости, чтобы мне сказать, что Бог меня любит, Бог меня ждет, Бог меня хочет прощать. Aus einem Grund hatte meine Oma nicht genügend Weisheit, um mir die Liebe Gottes zu zeigen, dass er mir vergeben möchte. Бог меня хочет простить. Gott möchte mir vergeben. Он меня ждет и терпит. Er wartet auf mich, er duldet mich. Что за меня Христос на кресте пострадал. Für mich hat, hat Christus gelitten. Что мне есть такая возможность пред Богом просто покаяться и служить Ему. Und dass ich die Möglichkeit vor Gott habe, einfach Buße zu tun und ihm zu dienen. Но почему-то я этого не слышал, и я этого, естественно, поэтому я и не понимал, наверное, до времени. Aber aus irgendeinem Grund hörte ich das nicht und folglich habe ich auch diesen Entschluss vor Gott nicht gefasst. Друзья мои, кто хорошо и правильно, когда у нас такая печаль ради Бога, она ведет к покаянию, она дает жизнь. Deshalb ist es gut, wenn wir so eine gottgewollte Betrübnis in uns haben, weil diese Betrübnis führt uns zur Buße, zum Leben. Потому что Христос есть жизнь. Слава Господу. Weil Christus das Leben ist. Preis sei dem Herrn. Христос воскрес из мертвых. Christus ist von den Toten auferstanden. И он ожидает свою церковь в небесах. Und er erwartet seine Braut, seine Gemeinde im Himmel. И желаю, чтобы каждый из нас был там вместе с ним. Und er wünscht, dass jeder von uns gemeinsam mit ihm dort ist. И здесь я читаю еще одно место Писания перед нашей молитвой. Ich lese jetzt noch eine Schriftstelle vor unserem Gebet. Psalm 50, стих 12. Psalm 51, Vers 12. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. И Бог не хочет, чтобы у нас была такая печаль, но мирская, как люди печалятся об этом мире, не зная Бога. Und Gott möchte nicht, dass wir in uns eine weltliche Betrübnis haben, чтобы мы печалились о себе, о своем духовном состоянии, sondern dass wir Betrübnis haben um uns, um unseren geistigen Zustand. О доме Божьем, о народе Божьем, о наших братьях и сестрах, о чем мы сегодня уже слышали. Um das Volk Gottes, um das Haus Gottes, worüber wir heute schon hörten. И эта печаль, она такая, она угодная Богу. Und solch ein Betrübnis, sie ist Gott wohlgefällig. Друзья мои, мы сейчас будем молиться нашему Господу. Meine Freunde, wir werden jetzt zu unserem Herrn beten. Встанем наши ноги. Lasst uns aufstehen. А кто желает покаяться, с Богом примириться? Wer sich bekehren möchte, sich mit Gott versöhnen möchte. Мы приглашаем наперед церковь за это помолиться, за таких людей. Wir laden euch ein, ihr könnt nach vorne kommen, wir werden für euch beten. Давид тоже говорил, Дух правый обнови внутри меня. Und David sagte auch, mache in mir einen gerechten Geist. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Schaffe in mir ein reines Herz, o Herr. Может быть, мы тоже, у нас тоже есть такое желание у кого-то. Vielleicht hat jemand von uns auch so einen Wunsch, чтобы Бог обновил наш дух внутри нас, damit Gott unseren Geist in uns erneuert, чтобы нас больше печали этого мира больше нас не угнетало, не печалило нас, damit die Betrübnis dieser Welt uns keine Betrübnis mehr ist, чтобы нас печалила печаль ради Бога, sondern damit in uns die gottgewollte Betrübnis Raum hat, покаянию и к жизни, weil diese führt zur Buße und zum Leben. Аминь. Да будет имя Божье благословено. Amen. Der Name des Herrn sei gesegnet. Lasst uns beten.